Для любого художника возможность посмотреть свет, старый или новый, или подарок судьбы и источник вдохновения. Не исключение и Дмитрий Лысяков. Немного старого света, еще немного обетованной земли, и родилась серия полотен, пейзажи Испании и Израиля и портреты местных жителей. Везде много моря и солнца. Это вот такой небольшой, такой легкий отчет, ну, не отчет, а сочинение такое, такого рода, как вот раньше писали в школах, вот как я провел лето. Вот примерно так я воспринимаю это выставку. Свои впечатления от увиденного, то, что меня заинтересовало. Всего представлено около 50 работ. Все выполнены в стиле экспрессионизм. По словам председателя Иркутского регионального отделения Союза художников Натальи Сысоевой, с тех пор, как иркутские художники стали выездными, многие из них не преминули воспользоваться возможностью увидеть мир и писать с натуры. Последние годы прошла, наверное, такая уже череда выставок, когда художники привозят из разных стран свои работы, и кругозор наш с каждым открытием такой выставки расширяется. Расширить кругозор и совершить мысленное путешествие по дальним жарким странам иркутяне смогут до конца января. Мария Князева, Константин Синицын. Новости сейчас.